trzymasz i zmieniamy po 5 sekundach. Powolutku, powolutku, biodro wysoko w górę, wysoko, wysoko, wysoko. Привет-привет, добро пожаловать в новый влог. Вначале вы видели немножко моей тренировки, я уже могу потихоньку заниматься спортом. Конечно, мы еще работаем над укреплением голеностопа после травмы, но у меня есть несколько таких новостей. У меня как будто камень с души упал, которыми я поделюсь с вами в этом видео. И так как у меня сейчас до сих пор находится мама, я вас беру с собой, мы с ней идем на шопинг, так как погода в Кракове испортилась, у нас и дожди, и похолодало, поэтому мы идем побродить по магазинам, а если вдруг что-то куплю, то потом с вами сделаем еще сразу же распаковку. Начинаем наш шопинг в H&M. Мы заглянули сюда, потому что здесь уже скидки. Я обычно самое интересное нахожу онлайн, но моя мама отыскала мне вот такую хлопковую юбку всего за $10, и она у меня в размере XS, я ее купила. Также из новой коллекции я нашла вот такое платье, более женственного и нежного на лето. Я не представляю, оно с хлопком, из натурального материала с подкладкой, на мне размер S. Я тоже не смогла уйти без него, но одна моя зрительница в Инстаграме написала, что оно может немножко растянуться, поэтому я подумываю о том, чтобы взять себе на размер меньше. Но оно очень комфортное, приятное к телу и выглядит потрясающе. А дальше мы с мамой отправились в магазин Primark. Я впервые там была так долго. И я не знаю, что там продается в такое осенне-зимнее время, но летом даже здесь можно найти неплохие вещи. Особенно я бы советовала обратить вам внимание на изделия из льна, из хлопка. Иногда даже можно встретить неплохие жакеты, как вот этот. Я точно не смотрела состав, но он по первым впечатлениям точно со льном. Также были интересные платья, рубашки из такого плотного материала, всякие летние сарафаны, топы. Но обязательно смотрите, какой там состав, потому что иногда и чего-то натурального там как кот наплакал. В целом недорого, но у нас практически распроданы все маленькие размеры. Редко когда можно встретить M, S или XS. Из самых маленьких есть 2 XS, а в основном большие размеры, но это тоже хорошо. И очень много интересных аксессуаров на лето и каких-то дорожных косметичек, причем любого формата, какая-то бижутерия, как на AliExpress, по ценам, ну, наверное, чуточку дороже, но даже самые модные какие-то аксессуары, сережки, там подвески, браслеты на ногу, на лето. Что-то можно всегда найти. Большое количество также заколок, резинок в разных цветах, разных размеров. Инстаграмные гаджеты, то бигуди, то вот эти вот штуки для накрутки, то для начеса. Ну, в общем, целый рай. И, наверное, даже когда ничего не планируешь купить, ты обязательно выйдешь с чем-то. Возле кассы всякие там штучки такие необходимые в путешествии, какие-то маленькие баночки, если вам нужны пляжные шлепанцы или в бассейн резиновые, то тоже можно вот для дома взять что-то такое. Хотя даже просто, знаете, куда-то в город, если не заморачиваетесь, окей. Белье. Опять же, смотрим на состав, но бесшовные трусы, вот в стиле H&M, даже дешевле. Интересно, как это все носится. Я кое-что взяла и буду пробовать, а вы делитесь тем, что вы приобретаете в Праймарке. Помимо белья есть еще достаточно много разных гаджетов, там для пушапов, наклейки, всякие утягивающие элементы. Также есть леггинсы. Леггинсы с начесом, пижамное дело потрясающе красивые, но
Опять-таки, в основном это синтетика. Хотя у меня когда-то была пижама из Victoria's Secret. Мой муж мне привозил из Америки. И я не могу сказать, что по качеству она вау, хотя стоит в несколько раз дороже. А здесь вот даже по расцветке практически такая же пижамка есть и с длинными брюками, и с короткими шортиками. И яркие, и более такие лаконичные, спокойные расцветки. Вот леггинсы, но они с очень большим начесом, то есть это не что-то тоненькое, это придающее объем. Ну, а сейчас покажу вам, что купила я. Кто помнит те времена, когда блогеры сразу после шопинга снимали отдельные видео с пылу с жару о покупках, и сегодня у нас часть влога будет именно такой. У меня здесь огроменный пакет из Primark. У меня достаточно большая аудитория из Европы. Девчонки, поделитесь, есть ли в ваших странах Primark. Я не знаю, где еще в Кракове есть Primark. Наверное, он только в Банарке. Это торговый центр, и он точно есть в Варшаве. А в других городах я, честно говоря, даже не узнавала. Короче, это магазин, где есть все. И, наверное, 90% того, что там продается, это полный хлам. Но когда ты ныряешь в Primark, я была там третий раз. Раз я зашла, увидела эти толпы и вышла. Второй раз я снимала для вас рождественскую коллекцию, но опять же меня напугала очередь в кассу, и я отпустила эту ситуацию и решила не покупать ничего. Я больше люблю онлайн-шоппинг, но онлайн-магазина Primark нет. В общем, это недорогой магазин, и сейчас я вам покажу, что я там купила. Первое, что я купила, это большая соломенная сумка черного цвета. Они были там в нескольких расцветках, и у меня когда-то была похожая, но там была менее такая плотная вязка из H&M. Такая сумка служит, ну, наверное, где-то 2 сезона от силы, и если в нее нагружать слишком много всего, то она растягивается. Но она так здорово подходила мне ко многим моим нарядам, вот именно черная, летняя. Я даже в этом году планировала такую купить, и тут мне подвернулось это. Я думаю, что на AliExpress тоже можно найти что-то похожее. Она из натуральной вот такой соломки, плоская, и здорово то, что даже когда ты едешь куда-то, тебе удобненько ее можно сложить, прям вообще буквально она ничего не занимает, она очень легкая, и сюда много всего помещается. Стоила она 39 злотых. Это, наверное, даже раза в 2 дешевле, чем в том же H&M, поэтому я довольна. Они там такого чисто соломенного цвета тоже были, нейтрального, более яркие. Короче, сумка классная. Мама взяла себе такую же. Следующее мое приобретение – это пляжное полотенце. Они выстирываются, они выгорают, и я не вижу смысла покупать дорогие. Это не плотное, оно махровое. Расцветка огнище, правда? И вот я сейчас сложила его вдвое. Посмотрите, какое оно большое. Это их летняя пляжная коллекция и стоит тоже 39 злотых. Буду самые модные на пляже, ей-богу. А если его сложить, то получается, что оно занимает не так много места и даже влезет в мою сумку предыдущую. Еще одно пляжное полотенце. Оно уже поплотнее и побольше. Там было много более ярких расцветок, но мне так понравилось вот это леопардовое, и это по качеству. Оно чуть дороже, стоит 49 злотых, что-то такое, 50. И оно больше по размеру, занимает больше места в сумке, и я решила, что это будет полотенце для Томика. И мы с ним будем в таком комплекте. Он с более строгой расцветкой, а я с такой более фэшн. И очень классное полотенце, я думаю, что его даже можно использовать как банное. Оно внушительных размеров, где-то на 1,5 человека, наверное. На секундочку. Видите? Наша собака добила мои зимние тапочки из натуральной овчины. И в Праймарке я купила себе вот такие, чисто на лето. Светленькие, тоже были в нескольких цветах. И серые, там всякие розовые. Я люблю бежевые, светлые тапочки. И на зиму я возьму себе из натуральной овчины. Конечно, я сама виновата в том, что собака постоянно охотится за моими домашними тапками. Она никогда не берет и мою обувь, в частности, из прихожей. Но, наверное, потому что, когда изначально она была маленькая, я сидела там, работала за компьютером, она воспринимала мои тапки как игрушку. И она их постоянно стягивала с меня, и нужно было с ней строго, что нельзя, и все.
А я как-то, знаете, не разрешала ей прям брать мои тапки, да, но не была с ней настолько строга. И теперь единственное, что ей нужно в нашем доме и что она истребляет, это мои домашние тапочки. Я не люблю ходить босиком, особенно когда пару часов торчишь на плитке в кухне, летом даже, это не очень удобно. И на первом этаже у нас прохладно, так что есть у меня тапулечки, и я надеюсь, что они немного проживут, возможно, я как-то попытаюсь справиться с этой проблемой с собакой. В Primark было очень много разных аксессуаров для волос, но я взяла себе только вот такую объемную резинку. Она, между прочим, из хлопка и светленькая. Я люблю или внизу завязать хвост, или ну, чуть ниже шишку, чем сейчас, и тоже обкручиваю ее таким образом резиночкой, и все выглядит еще более, как-то, знаете, так нежно, женственная, как дополнительный аксессуар. Но сама по себе вот такая резинка мои волосы не держит. Под нее мне нужно надевать еще какую-то 4 евро 17 злотых. Ну, не совсем дешево, но она прикольная. А, так, из такого же материала взяла повязку, которая напоминает по форме мою повязку из льна из Зары, которая вам очень нравится. Ну, нужно снять этикетку, потом расправить. Стоила она 5 евро 22 злотых, это не дешево, ну ладно. Ну так вот нагребаешь, а потом оказывается, что не так-то и бюджет. Ну, в общем, повязочка на голову. Летом это и стильно, и удобно тоже. И еще две повязки, они вот такие рельефные, видите, черная и кремовая. Кремовые пачкаются, вообще все светлые, если ты накрашена моментально, потому что тоналка остается. Но они хорошо стираются. И две такие повязки стоят 24 злотых. В этом магазине какое-то немыслимое количество разнообразных бутылок и для тренировок, и в принципе для питья воды. И я так понимаю, что есть такие прям, знаете, как бадьи большого размера с отметками там «Молодец, давай вперед, ты почти выполнила свою норму, а здесь ты увлажнила уже свою кожу, там организм изнутри» и так далее. И там где-то они на 1,5-2 литра, что-то такое, ну прям большие. Я не знаю, кто такое носит с собой, но есть и самые обычные, и детские там, короче. Все, что вы можете придумать, там, наверное, есть. И моим детям не хватало еще одной бутылки для тренировок. Они постоянно их теряют. И я купила вот такую просто бирюзовую. Она с носиком, который поднимается, вот так, видите, и все. И это, конечно, достаточно большой объем даже для детей. Не поняла, а это что за трубочка? Зачем здесь трубочка? А, это вот так вот вставляешь в этот носик. И потом пьешь воду. Ну окей, дети за всю тренировку не выпивают столько, но чтобы один выдулил так много воды, это нереально, но они всегда, особенно в теплое время года, носят с собой воду на тренировку. В Праймарке очень большой отдел с бельем, но большая часть всего, что там есть, это, конечно, синтетика. Вот такой пушап. Я вообще не люблю пушапы, если совсем по-честному, но мне нравятся всякие такие удобные топы, которые я могу надеть под футболку или под какую-то домашнюю одежду. Я нашла, ну, хлопковые, возможно, здесь немножко есть примеси синтетики. И удивительно, это подошло мне по размеру, потому что у меня под грудью так тоненько, где-то 65-70, и чашечка мне нужна C. Иногда в некоторых брендах даже D. Но это не то же самое, что 85D, например. Это очень все относительно. И мне такое сложно найти. И мне здесь подошел размер 34C. Но опять же, не всех моделей. Вот такие топы взяла. Их два. Они чем-то похожи на Calvin Klein. То есть это резинка внизу с какими-то надписями. И здесь, конечно, есть что-то вот такое вставлено в чашечку. Небольшой поролон. Но он прям тоненький, чисто для того, чтобы ничего там не выделялось. Хотя меня это как-то особо не смущает. Под определенную одежду я там надеваю нужное белье. Приятное и хорошо держат грудь. Для дома супер. Еще один комплект. Здесь топ уже без каких-либо косточек, поролонов. Ну, двойная ткань. И здесь также стринги. Я взяла себе бежевого цвета, даже под какие-то рубашки из льна. Или опять же для дома мне хотелось бы, чтобы
чашечка была чуть больше, но главное, что ничего ни с какой стороны не вываливается. Это все дело тянется, поэтому приятно, комфортно и удобно. Хорошая расцветка, особенно под бежевые вещи. Купила я себе купальник, потому что мне очень понравилась ткань и такой цвет кирпича. Возможно, сейчас он кажется чуть ярче, но это реально кирпичный, не красный цвет, не оранжевый, а вот такой приглушенный оранжевый, как кирпичный. И здесь очень прикольный материал. Видите, он как с узорчиком таким. Здесь вот такие вставки на груди, чтобы, опять же, ничего не просвечивалось. Но меня немножко смущает размер, потому что размер у меня S, и они там не маломерят. Он на мне свободно, но XS как будто слишком меня стягивает, поэтому взяла S-ку, но еще буду решать. Уже стоя на кассе, я взяла милейшую нужную вещь. Таких мелочей там много. Это мини-роллер или в сумочку, или вот для меня в поездку. Когда мы были в Хорватии, у меня с собой был черный жакет, и я никак не могла его очистить. Куда его не повесишь там, или как-то не положишь. Постоянно что-то цепляется. Я уже надела его и чистила там влажными руками, и свекровь мне помогала. Поэтому это тоже мне необходимо. Про запас, так сказать, взяла еще вот такую косметичку бежевого цвета. Я все крутила в руках соломенную с буквой М. Но мне кажется, она так быстро развалится, а это даже в пляжную сумку закинуть, там какие-то кремы и так далее. И вообще косметички с окошком, это всегда очень удобно, потому что вы видите, что здесь находится. И даже там для косметики, например, для декоративки. О, мне сегодня собирать чемодан, мне так не хочется снова доставать все то, что я только запаковала в нашей кладовой. Там все очень сложно. Мы завтра уезжаем. И последнее из праймерка – это ажурное платье. Большая часть в составе – это хлопок, но также есть синтетика. Оно очень хорошо тянется. Вот такое светленькое, но без подкладки. И я видела похожие сейчас в Страдивариусе, на то, которое у меня было. Но там подкладка синтетическая, и это достаточно жарко летом. А вот тут, ну, посмотрим, S-ка тоже сидит на мне свободно, но так как такие вещи тянутся, то нужно учитывать этот момент. В общем, разберемся, это платье миди, и оно не слишком узкое внизу, в нем нормально можно ходить. И я так подумала, что если надеть бесшовное белье, а сверху еще рубашку из льна бежевого цвета, может даже быть приемлемо в городе. Немного новинок из Росмана, тоже были небольшие скидки, поэтому снова взяла коричневую тушь от Эвелайн, это Варите. Правда, самая классная формула лично для меня. И коричневый, такой красивый, прям шоколадный, и реснички она делает великолепными. У меня начал крошиться спонж для макияжа, и ничего нет нового, поэтому взяла какую-то лимитку от Real Techniques. Они вот такие бежевые, красивые, и один из них с блесточками. Вот этот. Масла от Catrice великолепны. Так что взяла еще и другой цвет. Вот эти тени, я еще ни у кого не встречала обзоров на них. Они очень стойкие и выглядят как топер, только в жидкой форме. Очень красиво сияют. У меня номер 10. Мы все это с вами будем еще обсуждать. Новиночки от NYX. Пекучие бальзамы. Этот цвет еще красивее выглядит на губах. Но не так-то они жгут, как я ожидала. И это как хайлайтер, но я бы сказала, что он и для ног, и для декольте визажистам на заметку, особенно оттенок 903. На лето это то, что надо. Каждый раз, когда моя мама приезжает, она спрашивает, что тебе привезти. В этот раз это у меня подарки, лекарства и красная икра. Мы сегодня идем на барбекю, и я возьму с собой икру. Каждый у нас что-то приносит, и сделаю там уже бутерброды с багетом и с маслом. А также еще до того, как мама приехала, я была в украинском магазине, купила там и сладкие палочки, нашу сгущенку и вафли. Польские вафли – это не то пальто, поверьте мне. Такой польский тортик называется пешингер, но это гораздо вкуснее, нежнее, и вообще для меня это вкус детства. А Тома говорит, что это торт для бедных.
Кто еще фанатеет от вафельного торта? Я вчера его намазала. Он сегодня такой мягкий, такой нежный. И беру его с собой. А еще мои находки из украинского магазина – это вот этот чай травяной. Во-первых, упаковка выше всех похвал. Она очень красивая. И сам чай невероятно вкусный. Также что-то тут мы разорвали эту упаковку. Я думаю, что она как-то аккуратнее открывается. Это цветочно-ягодный, и мне он тоже понравился, буду брать разные вкусы. Сейчас я иду собирать вещи, потому что завтра рано утром мы едем в Вену с нашей семьей и с мамой, буквально на субботу-воскресенье, но так как должна быть хорошая погода, там сейчас цветут розы, и вообще Вену мы очень любим в любое время года, там всегда есть что делать, и мне нужно собрать какие-то наряды. Также взять зубную щетку, там какие-то основные средства гигиены, собрать свою уходовую косметику и детям в частности. И завтра мы отправляемся в небольшое путешествие. А сегодня еще вечером мы идем на барбекю. Получается, у Захара есть 4 друзей, то есть у них такая компашка в классе. 5 ребят, и помимо того, что мальчики дружат, мы еще и дружим с родителями. И вот так по очереди все там друг друга приглашают в гости. В прошлый раз барбекю было у нас, когда мы были в Хорватии, еще одни родители делали барбекю, а теперь очередь еще одних. Рум-турчик, мы на месте, дорога за нами. О-о. Дверь скрипит. Мы в нашем любимом отеле, недалеко от центра, минут 20 пешком, но в каком-то старом здании, потому что нам нужен апартамент побольше. Здесь шкаф, огромная комната для нас с Томиком, кресло. Здесь удобное место, чтобы собраться или поработать. Окна не такие чистые, но мне кажется, в их главном здании мне нравилось больше. Здесь большая комната мамы с детьми. Ну хорошо, как-то договоримся. Игната нужно переодеть, потому что он испачкался. То бутерброд выпал, то мороженое. А что ты постоянно жалуешься? Томик, наверное, будет кайфовать от того, как здесь все скрипит. Мы с мамой не очень такое любим. Ну ладно, одну ночь, знаете, как-то без разницы. Здесь кухня, кофемашина, эхо. Эхо. Здесь ванная комната. Без туалета. Как такое может быть? Я не помню, когда я так быстро собиралась с утра в 7 часов. Мы выехали. И сейчас время обеда. Мы пойдем погулять, собственно, пообедать. И я помялась как не в себя. Главное, что за бортом плюс 25, а то и 26 градусов. И не очень-то и солнечно. И мы отправляемся на прогулку по Вене. Знаете что? Достаточно сильный ветер. И я не уверена, что я смогу по дороге что-то рассказывать. Если что, я потом запишу вам голосовую озвучку. Но в любом случае настроение хорошее. Мы собираемся прекрасно провести время здесь. Вену я люблю в любое время года и в любую погоду. Покажу вам свой outfit of the поездка. Я связала шишку, чтобы мне было удобно. Очки Saint Laurent, рубашка старая из льна из H&M, они лучше всего носятся. Шорты у меня из новой коллекции Reserved, я купила себе их в двух расцветках, еще такого нежно-желтого цвета. Ремень Celine, Demilier сумка. Думала, что для летнего городского образа она идеально подойдет. И на ногах у меня шлепки Mango, тоже из актуальной коллекции. Они очень удобные, поэтому я уверена, что они мне не натрут, и я смогу долго гулять. Кстати, первая хорошая новость состоит в том, что нога у меня не болит даже при длительных прогулках, поэтому я безгранично рада, что уже, знаете, наступает какая-то нормальность после травмы. Добро пожаловать в Вену! Как моя голова! Это литр пива. Потому что мы в ресторане от этого отеля, и здесь же находится пивоварня, сейчас вам покажу. А пиво очень вкусное. Это не фильтрованное? Мы решили пообедать в ресторане прямо в нашем отеле на террасе. Я помню, как у нас была Микуша, мы с ней сюда приезжали, но в этот раз Юки осталась с няней, с семьей, с целой, с нашими родственниками. Терраса здесь огромная, и пока что немного людей, мы пойдем в пивоварню. Полтора года тому назад мы здесь были и сидели внутри с Наташей Нафи, приезжали на рождественскую ярмарку с друзьями.
Вот так называется отель и ресторан. И за наш апартамент для 5 человек за одну ночь мы платили около 300 евро. Мы здесь были, наверное, уже 3 раза. Здесь тоже и обедали, и ужинали. Вечером здесь прикольно, особенно зимой. И часть пивоварни. Мы заказали пиво. И здесь много видов разных. Я прям чувствую, выпила 3 глотка, девочки. Я и алкоголь — это не самая лучшая история. Если вы не первый год смотрите мои влоги, то наверняка узнаете это место. Оно такое характерное, очень стильное, отремонтировано, отреставрировано старое здание. И здесь очень вкусные завтраки. Чем занимаются наши мальчики, пока мы ждем обед? Я купила им Ридли вот такую игру. И очень подошла им. Хорошо тренирует память. Они, правда, уже раздеребанили всю коробку, но даже в школу с собой носили. Здесь у нас традиционный австрийский гуляш. У детей просто бургеры. У нас с мамой еще полента с тушеными овощами. А у Томика серьезное блюдо. Виеннер шницель. Это отбивная венская. И она из говядины. А, из телятины, извините. Томик лучше знает. В общем, мы зашли на самый верх, на террасу в Икее, и только посмотрите, какие здесь огромные вазоны, в которых растут деревья. Но не это самое главное. Здесь открывается роскошный вид на Вену. Ну, не знаю, как вам, а мне нравится. Если бы не вот эти подъемные краны, было бы вообще чудесно. Но оно того стоило. Угу. Ладно, ладно. Смотрите, вот Томик туда идет. Насколько большие эти вазоны. Гигантские. Я думаю, многие из вас или бывали в Вене, или как минимум знают, как она выглядит. Очень красивая, старинная, такая немножко чопорная, королевская. И это неимоверно ухоженный город. Но в этот раз я сосредоточилась на своих наблюдениях за местными жителями, так как это был выходной день. А сначала суббота, и потом воскресенье можно было наблюдать, как отдыхают местные жители. Очень многие сидят в кафе, едят здоровую пищу, пьют какие-то коктейли, смузи, но не во всех ресторанах, в определенных. В некоторых пусто, а в некоторых просто аншлаг. Также столько всего в Вене именно для людей и ради людей, для их комфорта. И даже несмотря на то, что это старый город, здесь как можно больше стараются посадить какой-то зелени, там травы, растений, все для того, чтобы люди могли отдыхать и наслаждаться, и как-то почувствовать природу, даже будучи в центре города. Очень много каких-то спортивных площадок, много кто отдыхает на лугу. В воскресенье утром такое количество людей бегало и ездило на велосипедах, что очень-очень здорово. В любом случае, Вена – это всегда отменный вариант для путешествий, независимо от того, какую программу вы выберете для себя. Что мне нравится в Вене – это большое количество каких-то мест именно для людей. Тут какие-то лежаки, тут лавочки. А это, пожалуйста, напротив, как я понимаю, музея современного искусства. Грядочка с помидорами, с картофелем. Также в этот день проходил футбольный матч, и на берегу канала были расположены всякие кафешки просто с безумным количеством телевизоров. Все смотрели, приходили с семьями, с маленькими детьми. Хорватия проигрывает, поэтому у Захара просто стресс левел 100. И мы вот так пешочком где-то час шли домой, просто на релаксе, на расслабоне, наслаждаясь вечерним городом. Мы вернулись домой, промокли под дождем. Я жду свою очередь в душ, пока мама моется, расскажу вам прикол. Сейчас на часах 22:18. Мы пришли около 10 часов вечера домой. Не знаю, завтра смогу пошевелиться или нет. Я радовалась, что моя нога окей, но мы прошли. Телефон показывает лично у меня больше 16 километров. Ну, в общем, не успели мы раздеться и пойти в душ. Дети вообще там массировали папе ноги. Он попросил об этом, очень сильно уставший.
И, ну, в общем, ничего такого мы не делали. Мама сушила феном волосы. Это единственное, что было громко, и мы разговаривали. И тут приходит к нам из ресепшена, поэтому говорю так тихо, мужчина. Я так через глазок говорю, кто это? Он типа, мы из отеля, нам нужно с вами поговорить. Я уже думаю, что произошло там. Может, мы заселились не в свой номер, или с парковкой что-то не так, или оплата не прошла. Короче, открываем, и он говорит, у нас после 10 в Австрии должна быть идеальная тишина, и на вас пожаловались соседи напротив и сверху. Оказывается, это не полностью здание отеля. Мы в прошлый раз ночевали в другом, как бы, отделе этого отеля, в отделе здания, типа в другом подъезде, и там полностью номера от отеля. И таких вопросов не было. Хотя Тома говорит, что там тоже немножко скрипел пол, так как очень старое здание, и здесь сделан ремонт, все чистенько, аккуратно, но двери тоже старые. И мы вроде как не грюкали, ничего, мы просто зашли, туп-туп-туп-туп-туп, ну тут дети, этот фен. В общем, мы провели здесь от силы 5 минут. Я даже не успела там раздеться, мама еще не успела пойти в душ, мы мокрые стоим. Говорю, мы только зашли, и на нас уже пожаловались. И тут я вспомнила, как Наташа Нафи жила в Австрии во время войны. Она выехала в Австрию с детьми и с животными. И тоже говорила, что они ничего такого не делают, и на них жалуются соседи, потому что там, ну, ты просто ходишь, ты просто живешь, ты не спишь после 10. И вот я записываю эту часть влога и уже боюсь, что сейчас снова нажалуются, типа там какой-то движ, и мне нужно сейчас принять душ. А, и, кстати, на Наташу жаловались тоже, что она моется после 10, ну, типа там шумит бойлер. Мне тоже нужно помыться, ну, как бы одну ночь, я думаю, они как-то переживут. И это соседи напротив, сверху, это не отельные номера, то есть это жители здесь. И я так немножко обалдела. Я в любом случае помоюсь, надеюсь, нас отсюда не выселят. И голову таки сушить не буду. Иду отдыхать, девчонки. И завтра по плану у нас тоже просто прогулка, вкусная еда. Наслаждаться таким спокойствием, которое дарит Австрия. Будем стараться сохранить эту ночную тишину и спокойствие, так как положено. Поэтому встречаемся уже завтра. Второй день мы уже позавтракали. Вчера таки помыла волосы, но пришлось лечь спать с мокрой головой и черти что. Так что связала волосы. Отправляемся гулять. И мой сегодняшний наряд на более прохладный день. Брюки с подкладкой из шелка Lily Silk. Рубашка тоже Lily Silk. Это шелковые изделия. Очень люблю этот комплект. И по отдельности тот же ремень Celine. Та же корзинка. И вот такой городской образ у меня вышел. К этому ко всему еще шлепанцы из Reserved. Ну что, идем гулять. А еще покажу вам аксессуары. Это браслеты со вчера с натуральными камнями. Я их покупала в Греции в прошлом году, когда отдыхали с мамой. Колечко одно. Второе с камушком. Это тоже Страдивариус, какая-то прошлая коллекция. И вместо обручального кольца, которое я обычно не ношу, это Даниэль Веллингтон. И очки у меня сегодня будут Oliver Peoples, одни из моих самых-самых любимых. Вчера первый раз брала с собой вот эту корзинку De Maillière, она очень удобная, несмотря на то, что это не самый большой размер, у меня сюда много всего помещается. И я также положила сюда мешочек вот такой бежевый, от какой-то сумки, что ли. Затянула это все еще, как-то скрутила, чтобы мне сюда никто не залез. Вообще, из минусов, да, конечно, то, что она не закрывается и нет никаких дополнительных там отделений и кармашков. Но мне нравится. Сегодня у нас по плану Шонбрун. Мальчики застряли в каком-то музее. Мы с мамой пришли. Сейчас посмотрим парк и потом, наверное, внутри. Хотелось бы что-то глянуть. Вообще, все бы рассмотрела, но с детьми это, наверное, не очень. Идем с мамой посмотреть. Жалко, что розы уже отцвели. Но все равно здесь, говорят, очень красиво, так что идем на разведку. Вот тут, где красная точка, это мы здесь. А вот это вот как бы вся территория. Я думаю, мам, это нереально, если честно.
Мне кажется, я раньше была в Шонбруне лет 15 тому назад или 14, но очень по верхам и вот буквально спринтом по верхам только посмотрели. А в это время, пока мы с мамой посещали Шонбрун, наши мальчики были в каком-то музее техники. Им очень сильно понравилось, я даже пожалела, что не пошла с ними. Там очень много разных интерактивных развлечений для детей. И они с папой провели там несколько часов, пока мы с мамой бродили по всем садам. Честно говоря, у нас не хватило времени и, наверное, даже сил на посещение вот этих всех хорумов королевских, но я бы очень хотела, мне это интересно, но реально нужно выделить целый день для того, чтобы обойти хотя бы часть территории и королевские какие-то там залы, спальни. Билеты можно покупать отдельно, но чтобы погулять в вот этом парке вокруг, вы ничего не платите. Там невероятно красиво, я не представляю, сколько тратят городские власти для того, чтобы содержать это все в чистоте и в настолько ухоженном виде. И сейчас еще цветет липа, вы себе не представляете, какой там аромат. Это было воскресенье, гуляли местные жители и туристы, но не было таких вот прям, знаете, толп. И на экране тоже заметно, что солнце чуть-чуть только пробивается, и как раз была идеальная погода для того, чтобы погулять более-менее комфортно. Но много что находится в тени, даже прогуливаясь между какими-то там лужайками, между деревьями, жара не ощущается. Также здесь находится самый старый, самый классный зоопарк в Европе, в который мы не смогли попасть, потому что нам нужно было уезжать, но мы это сделаем в следующий раз, так как в Вене мы бываем, ну, где-то раз в год, наверное, точно, в зависимости от обстоятельств. Аллея роз, ну, я почему-то представляла себе, что она будет гораздо больше, возможно, просто сейчас не сезон, но там так красиво, и ни одна камера не способна передать всю атмосферу и весь масштаб того, что там находится. Дошли мы с мамой до розариума. Наверное, как-то сверху это выглядит еще красивее. Но сейчас мы рассматриваем, что за розочки, потому что здесь очень много разных видов, как я понимаю. Они, наверное, в начале июня еще более буйно и активно цветут, но все равно нам немножечко подфартило застать хоть что-то. Видишь, это на шиповнике привито. Вон у то внизу растет шиповник. Вот это от корней. Я бы никогда не додумалась. У нас такая тоже была, но она замерзла. Завершаем нашу короткую поездку визитом в греческом ресторане, в котором мы были тоже с Наташей и Нафи и с друзьями. Конечно же, греческий салат, и ждем наши кебабы и всякое разное. Ресторан называется так, очень много хороших отзывов. Греческий кебаб, гирос, то есть, извините. Это блюдо мамы, не помню, как оно называется. Осьминог, томаш, это же соус цацики. У детей кальмары. И такое же блюдо, как у меня. Нереально вкусно. Довольны. А на этом я буду заканчивать свой влог. Я надеюсь, вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. И мы с вами встречаемся совсем скоро. Пока-пока!